Итак, уважаемые друзья, я снова приветствую вас на нашем канале «Новых технологий». С вами, как всегда, Юля, и сегодня я буду говорить о защищенном смартфоне с очень необычной функцией. Кстати, давненько я не делала обзоры на такие девайсы. Сейчас уже мало иметь кучу стандартов защиты вроде MIL-STD-810G или IP68. Слишком уж стало привычно это для рядового пользователя, его уже этим не удивишь. И мобильные компании придумывают все новые фишки для своих новинок, чтобы хоть как-то привлечь внимание платежеспособного обывателя. И производитель смартфонов Dugi тоже не остался в стороне и наделил свой новый флагман S97 Pro такой нужной функцией, как лазерный дальномер, и просит за это удовольствие достаточно скромно, всего $200. Вообще, уважаемые друзья, такие дальномеры широко используют при топографической съемке, в военном деле, в навигации и при строительстве. При этом длина луча самого лазерного дальномера достигает 40 метров, что достаточно внушительное расстояние. Поэтому можно забыть бегать сантиметровой лентой по помещению и просто все измерить новым телефоном S97 Pro, который, кстати, поддерживает 4 режима измерения. Это длина, площадь, объем и измерение расстояния по теореме Пифагора. Помимо этой функции, Dugi S97 Pro получил еще и датчик измерения формальдегида, который может исходить даже от мебели в любом помещении. Хотите узнать качество воздуха там, где вы живете, тогда вам нужно обратить внимание на этот смартфон. Еще можно отметить большой 6,39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560 на 720 точек, что сформирует плотность пикселей в пределах 270 на дюйм. Соотношение сторон заявлено 19:9, и что касается яркости, то она будет стандартной 400 кандел на метр квадратный с контрастностью 1000 к 1. В настройках экрана присутствует режим чтения и регулировка цветовой температуры. Ну и скорость обновления экрана незаоблачная, привычные 60 Гц со скоростью сенсорной выборки экрана 120 Гц. Ну и отмечу еще защиту стеклом Gorilla Glass. Также Dugi S97 Pro может похвалиться квадрокамерой с главным 48-мегапиксельным датчиком изображения от Samsung, имеющим диафрагму f1.8 и фазовый автофокус. Второй широкоугольный датчик на 8 мегапикселей также от Samsung с диафрагмой f2.2 и углом обзора 130 градусов. Еще два стандартных 2-мегапиксельных модуля для макросъемки и измерения глубины снимаемой сцены. Ну и что касается настроек камеры, уважаемые друзья, то можно увидеть макрорежим, ночной, режим Pro, HDR, фильтры, панораму и замедленное движение. Захват видео будет в разрешении Full HD и в формате GIF, плюс четырехцветная вспышка. И вверху дисплея слева в небольшом отверстии находится фронтальная камера на 16 мегапикселей с углом захвата 80 градусов и апертура f2. Есть фильтры, режим красоты лица и запись в формате GIF помимо видео. Также здесь вверху можно увидеть прорезь по динамике, на самом экране спрятаны датчики приближения и освещенности. Еще одна фишка этого смартфона, уважаемые друзья, это то, что его оснастили огромным аккумулятором емкостью 8500 мАч. А комплектное 33-ваттное зарядное устройство позволяет полностью зарядить его за 2,5 часа. Есть поддержка 10-ваттной беспроводной зарядки, ну и самого аккумулятора хватит на 2-3 дня использования в обычном режиме. Что касается режима ожидания, то он продержится 26 дней. За основу производительности устройства взят процессор MediaTek Helio G95, сделанный на основе 12-нанометровой технологии с максимальной тактовой частотой вычислительных ядер до 2,1 ГГц и графикой Mali G76MC4, с частотой до 900 МГц. Кстати, несмотря на то, что процессор не самый мощный на сегодня, компания Dugi оснастила смартфон интеллектуальной системой охлаждения с площадью самого охлаждения на 13793 квадратных миллиметра, которая в сочетании с несколькими датчиками температуры позволяет быстро предотвращать перегрев самого устройства. Ну и плюс ко всему этому большая оперативная память на 8 ГБ формата LPDDR4X, и 128 гигабайт встроенной памяти формата UFS 2.1. Такой производительности хватит для выполнения всех задач на телефоне. Ну и можно расширить хранилище еще на 256 гигабайт картой памяти microSD. Работать сам Dugi S97 Pro будет на новеньком Android 11, и можно отметить большой выбор нужных в повседневной жизни инструментов.
Теперь, уважаемые друзья, что касается внешнего дизайна самой новинки, то впервые компания помимо привычных кнопок питания, громкости и сканера отпечатка пальца на правом торце вынесла на левый торец еще две дополнительные кнопки, чтобы можно было на них назначить быстрый доступ к наиболее востребованным приложениям. Здесь же под ними расположили кнопку измерения формальдегида, ну и на верхний торец поместили сам лазерный дальномер. Есть порт USB Type-C с поддержкой OTG и модуль NFC с поддержкой всех сервисов Google. Ну и снова вспомню о том, что смартфон обладает еще и противоударным корпусом с такими степенями защиты, как американский военный стандарт MIL-SD810G, куда ж без него, IP68 и IP69K. В сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE. Заявлена поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11, работающая в двух диапазонах, и Bluetooth 5 версии. За навигацию отвечают системы GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Ну и что касается комплекта поставки, уважаемые друзья, то туда войдут сам телефон, защитная пленка, USB кабель, зарядное устройство, скрепка для извлечения слота и техдокументация. Еще раз напомню, что Dugi S97 Pro уже доступен для продажи по цене в пределах $200. Ссылки на его продажу будут находиться в описании под этим видео. Ну и как всегда, в конце мы подведем итог. За эту, но очень приемлемую стоимость покупатель получает лазерный дальномер, измеритель воздуха на наличие вредных веществ, также достаточно неплохую производительность, хорошие 4 тыльные камеры, Android 11 из коробки, большой экран, отличную емкость аккумулятора с быстрой и беспроводной зарядкой, модуль NFC и защиту корпуса по всем имеющимся стандартам. Так что есть повод присмотреться. Ну а я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю до следующего обзора на канале новых технологий. Всем отличного летнего настроения, не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов, обязательно комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал тех, кто еще этого не сделал, не забывая при этом нажимать на колокольчик, так вы будете в курсе последних новостей с нашего канала. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока!